Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвелл. Сегодня мы с вами продолжаем таки, наконец-то, выиграть в Ведьмачка. А остановились мы с вами в том, что подошли к Неллану. Да, и Неллан, как вы видите, очень-очень даже в печали. Я вызвал случайно плотву, я не умею ходить, я умею только бегать все время. Я бы очень хотел уметь переходить на шаг. Так, теперь вроде бы я умею. Да, я умею это делать, потому что шаг в этой игре очень важен, я считаю, поэтому мы будем частенько его врубать. Глена, здравствуй. Спросить соседкой Гендри. Ты Глена? Ты Глена? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Ага. Я хочу спросить про Ганну. На самом деле я хотел поговорить про Ганну. Вы, кажется, дружили. Да. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке. Не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Понятно. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Ты так думаешь, да? Мясник Велени — это роскошь. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой... Когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Кости всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? Я бы взял, на самом деле, что-нибудь. Прощай. Спасибо, будь здорова. Да, не болей. Я пошел. Так, плотва, нас с тобой еще надо спросить соседей, нужно расспросить. Я настоящий детектив сегодня. Опа, что такое тут у нас? Детишки. Ну и меч. Мой дядя тоже такие делает. Можно потрогать? Потрогать? Лучше не надо, он да. Жесткий. Он убивать должен. Они... Нельзя его трогать. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Хорошее оружие и броня. Хочу спросить о Гане. Я хотел спросить про Гану. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. Да. А, тетя Ганя. Ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Я может, ищу она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Как так вышло, что она говорила, пропала? Говорила, что надо есть брюхо, чтобы зубы были крепкие. А, здорово. Я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синик не мочить. Уже почти светло было. Так. Лес? Тогда больше нет ее. Ну, все понятно. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Все говорят про волков. Один только Неллен не боится. Но так ведь он охотник. Короче, кто был с Ганной? Вот и женщина. Что ты за женщина? Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Еще одна она версия. Она впереди шла. Я ее не видел. Может, какая-то колдунья? Все, может быть. Спасибо, будьте здоровы. Ну, про волков, наверное, как-то достовернее звучит, да? Типа, волки сожрали. Ну, скорее всего, так, наверное, оно и было. Пошли, плотва. Поехали. Нас с тобой нужно... Наш путь в любом случае ведет нас в чертов лес, в котором черт знает, что происходит, наверное. Кстати, торговец какой-то в этом доме. Неизвестно какой. Так, я вижу антилопки, наверное, не знаю, что это такое. И вижу волков. Так, спешимся. Ты кто такой? Ты что такой? Накер? Блять, ты вообще что такое? Давай-ка мы с тобой вот так вот, да? Так, назад, назад. На, на. Простенько довольно. Они что-то как-то разбежались. Одного-то я убил. Накер. Глаз накера, кровь его. Зачем я эти... Их части тела, не знаю, смотри, целая толпа там. А что это вы по одному-то? Тихо. Оу! Тихо, не прыгай на меня. Блять, укусил все-таки. Чтоб вам пусто было! Чертовы накеры! Господи! Да вы дадите мне это ударить! Я тоже хочу постучать по вам! Тихо! О, так, префайром! Оп-оп! Нормально! И тебя тоже сразу же затанцу. Блять, еще один за плотвой спрятался, не заметил его. Умирай, короче! Стайка накеров. Ну, на самом деле, несложно, довольно несложно, я бы сказал, даже легко. Даже близко не сложно. Что-то такие они себе, на самом деле, синий мутаген. Я вижу еще одного. Может, его вот эти твари сожрали, а? Эту женщину, как вы думаете? Одичавшая собака, а это уже, блядь, псина. Ты вся облезлая. Фу, какая. Как будто тебя радиация обожрала. Оп. Еще? А!
Ну, естественно, псы, вы же не можете в одиночку драться. Это же песики, блять. Песики всегда дерутся толпой, блять. Вот смотри, я одного бью, сразу же вторая подлетает. Мгновенно просто. Самые настоящие псины, блять. Шавки проклятые. Назад. Вот вы, если бы по одному нападали, смотри, вообще, да? Только одного ударишь, сразу же вторая попытается укусить. А ну стоять, ты отбилась от стада, глупая. Так, назад сразу. Удары назад, потому что так действует ужасно. По брюху тебе. Чёртовы псины. Так, тут у нас что? Все заберу. Я буду жрать ваше мясо одичавшее. Я неприхотливый. Так, а нам 175 метров, я в принципе пешком могу дойти. Я думаю, это не проблемно будет, правильно ведь? Типа, какая разница? Я, по-моему, что-то слышу, нет? Что-то я слышу явно. Вот 3-4 звука. Там стая собак, наверное, еще одна где-то. Да и хрен с ними. С этими псами. Чертовы шавки развелись тут. Так. Ого, 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 я слышу песиков. В зоне поиска. Вот они. 3-5 штук их. Ну давайте. Это волки, блядь. Это уже не одичавшие псины. Они, наверное, поинтереснее. Воу-воу-воу-воу-воу. Ребята. Оп-оп-оп-оп. Танцуем, танцуем. Танец, танец, блядь, боевой. Так, по одному, по одному. Поврежденные предметы. Блин, я предмет свой повредил. Блядь. Надо чиниться где-то, оказывается. Так, назад. Назад, блядь, я сказал. Уродцы. Мой меч красный. Оп-оп-оп. Ну, а критический удар после этого уворотика, а? Господи, как вас много-то сразу нападает. Блядь, наверное, поэтому так мало дамажит их. Тихо. Я надеюсь, он у меня в руках не развалится. Шавки проклятые. Оп-оп-оп-оп. Танец, танец. Ты смотри, боятся, скулят. Правильно делают. Так. Так, готово. Ну все, тебе пипец. Последний, это самое легкое, что может быть. Ну и где? Понятно. Ведьма? Ты кто? Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Ну, это ведь заказ. Я дам тебе 2 раза постолько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Нет. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Она мне знает. Зачем себя обманывать, ведьмак? И здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Я откажусь, на самом деле. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллин примирился с ней. Ты что-то укрываешь от меня? Неправда, ты что-то обманываешь. Ты хочешь стать его женой, наверное. Нет, я найду ее. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Вот именно. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Как это? Это ты, бессердечная сука, ты хочешь что, откупиться, чтобы они не знали правду? Причем здесь... Я вообще не понимаю ее. И она по-любому, ну, что-то утаивает. Это просто так очевидно, что, ну, реально, что-то она не договаривает. Собачье масло. Откуда у собак масло? Где вы его, интересно, держите, свое масло? Надо мечи потом как-то будет поремонтировать свои, потому что это совсем плохо. Наверное, и доспехи тоже ломаются. Так, я что-то здесь ищу. Ну, поехали. Ищем что-то, что мне может подсказать, где есть наша пропавшая девушка. Так, опа, 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 это что такое? Что за красные следы? Псина разделанная. Скорее всего, сделал не человек. Так. Осмотреть тело. Давай посмотрим. Раны резаны, как от длинных когтей. Ага. Здесь вырваны куски мяса. Какая-то тварь сильная. Отойти. Какая-то когтистая. Интересно. Так это еще и интересно. Так, а что насчет когтей? На когти посмотрим? Давай следы когтей. Очень глубокие. Я не хотел на это смотреть вообще-то. Да. Отойди, пожалуйста. Становится интересно. Очень интересно. Ты следы осмотрел? Я не могу осмотреть. Почему они вот... Он переключил сразу на вторую. Так, а эти когти, они вообще ведут куда-то? Может, у них след есть? Вот я типа вижу коготь, ну и все, типа он обрывается. Хотя, подожди, еще что-то красное, господи. Должно быть, это Ганна. Ганна? Разорвал тело. Господи Иисусе. Волколак. Надо быть начеку. Волколак? Что такое волколак? Так, давайте, я знаю, что есть в игре, в этой, как называется, короче, сейчас глоссарий, как
как-то там задания, умения персонажа. Господи, и тут еще качаться надо. Потом, медитация, это неинтересно. Бестиарий, вот он как называется. Бестиарий, вот волки, типа, для них что эффективно? Масло против зверей, собака, одичавшая, да? Это обычная собака. Гибриды, грифон, которого мы победили. Для нее тоже, видите, свои штуки. То есть описывается здесь все. Огры, трупоеды. Так, у нас есть какие-то... Какая-то тварь новая. Огры, что ли, это? Огры только хакер. Накер, то есть. Это огр был, накер. Будьте внимательны, милые. Под мостом завелись ублюдки, короче. Трупоеды. Утопец. Да нет его нигде здесь. Я не знаю, что это за зверь такой. И как мне с ним драться? Ладно. Найдите логово волколака, используя ведьмачье чутье. Ну, давайте попробуем. Со сломанным мечом, конечно, не хотелось бы. Ну, ладно. Я думаю, мы справимся. Так, попробуем на нем... А, Игни. Будем его сжечь, как скотину. Так, он, наверное, может быть, он здесь как раз и обитает. Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Посмотрим. Но есть еще. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Так, понял тебя, ведьмак. Смотри, какие лапы, как от огромного... Как от огромной собаки, что ли. Следы-то путаются куда-то, уходят. Все, типа, вот все твои следы, ведьмачок. Тут травка лежит. Она не дает мне никуда посмотреть. Или надо наоборот? Ну, типа, следы ведут на дерево. На дерево ты не залезешь. Дальше что? В обратную сторону нельзя пойти. Вперед тоже нельзя. Ну и чё, что толку я нашел? Тут разделанная зверюшка. Там разделанная пропавшая. Ну где же ты, засранец? Он забрался на дерево. Может, на земле еще что есть? Так, хорошо, намек понят. Еще что есть? Смотрим. Я не вижу. Честно вам скажу, может где-то еще здесь в другом месте. Слышу, как деревья стучат. Ведьмачье чутье, когда включаешь, весь мир замирает, слышатся только звуки, которые очень важны, скорее всего. Там треск дерева, типа, врык какой-нибудь, еще что-нибудь. Но я не вижу, ведьмак, честное слово. Типа, тут адекватно мы все нашли, все, что искали. Там единственное, что остались, это эти следы, которые ведут в никуда. Тут кровь, типа. Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Ты так думаешь? Может, на земле еще что есть? Может, попробуем? Где, блядь, его логово-то может быть? Вы шутите, что ли? Дерево мне говорит ни о чем. Абсолютно. Так, вот я подойду ближе. Вот он залез, типа. Может, он по дереву куда-то побежал? Что это вообще за тварь такая интересная? Внимание! Что-то я нашел. Клок шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно. Так, она что дает мне? И все, что ли? Ага. След пошел! Я как псина! Я чувствую запах! Так. Чутье мне говорит, что вот сюда. Дальше куда? Дерево прошел насквозь, бывает такое, это нормально. Тихо, запах, не уходи никуда, пожалуйста. Надо выключить шаг и надо бегом. Я, по-моему, слышу его, это не он там вдалеке кричит? Слышите, да? По-моему, это он. Я не знаю, есть ли смысл идти по запаху? Запах уже почти, кстати, исчез. Он как-то очень тихо, так отдаленно. Так. Осмотреть. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Он что, как оборотень? Зачем отдирать одежду и бросать ее в лесу? Да, что это за бред? Ты тоже кусок одежды? Что это у нас такое? Тоже непонятно. Тихо. Подожди, куда ты меня ведет игра? Это тоже надо смотреть. Почему он не смотрит на это? Посмотри на это. Ведьмач, кусач. Я не вижу, чтобы след куда-то еще вел. А, появился. Ну, тут обрывается. Тем не менее, я что-то слышу. Подожди, вот еще одежда. Кто-то, блядь, какой-то оборотень здесь завелся у вас. Какую стоянку? Рил. Смотри, еще кусок одежды. Ты что здесь живет? Тук-тук, блядь. Есть тут кто? У меня, внимание, очень много вопросов к местному жителю этого места, потому что что-то тут не то. Арбалеты тут всякие, я, блядь, буду брать это все.
Так, вот я нашел еще какую-то штуку. И, собственно, очень самая важная вещь, наверное, которую я, собственно, и искал. Ты хочешь ее смотреть, Ведьмак? Ведьмак. Заметки. Заметочки. Кто их писал? Прочтем. Я тот, кто есть. Я это не изменить не в силах. Рубахи, сотканные из собачьей петрушки и эликсиры до слез девственницы помогают бабушкиных сказках, но мне не помогут. Пора с этим смириться. Любовь Ганны и железная дисциплина дают результаты. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны. Ну, точно, я так и думал. Уйти как можно дальше от людей, подальше от Ганны. Приступы приходят и уходят. Я прихожу в себя с изрезанными руками, вкусом крови во рту, ничего не помню. Может быть, оно и к лучшему. Убивать добычу стрелой из лука — это одно, а рвать ее клыками и когтями — это здесь, глубоко в лесной чаще, я не причиню людям вреда. Милостиво, Мелителла, береги заблудшего в этом лесу. Ладно. Прикольно. Короче, это был какой-то уродец. Глоссарий на Backspace. А, Backspace — это другая кнопка. Глоссарий. Вот. А, появился, да? Я прям хотел до этого посмотреть. Что-то я его не вижу. Где он? Кто-нибудь видит его? Трупоед? Огр? Кто, что это такое? Гибрид? Волк? Я не вижу. Трупоеды. Трупоеды, скорее всего. Гуль. Ни хрена себе. Гули съели руки, ели ноги. Скоро им жратвы не хватит. Так что смотри, детская кричалка. Считалка. Блять, еще раз. Ходят гули у дороги, съели руки, съели ноги. Скоро им жратвы не хватит. Так что ты смотри, приятель. Что? Масло против трупоедов. У меня вроде такого нету. Гули. Ну, то есть, может, будем так его распиливать. По-другому не получится. Хорошо. Так, еще что-то я здесь ищу. Интересно. Я могу что-то обыскать, конечно, но... Например, здесь козья шкура. Классно. Что еще? Сломанные грабли. Здорово. Шнурок. Замечательно. Что-нибудь еще? Смотри, животное. Этот охотник, блядь, охотится на людей. Он думал, не хочет... Ну, не сможет убивать людей, но все-таки убил. Так, а я вижу здесь пещеру. Тем временем, кстати. Здесь есть где-то пещера. А, только вот где? Это вопрос. Где-то он ее спрятал. Где логово волколака? Где ж ты, сука, спрятал свое логово, сукин сын? Я найду его. Я его найду. Ну, не в доме, скорее всего, где-то на выходе, да? Здесь он вряд ли его спрячет. Я могу кое-где использовать свой знак, но это вряд ли мне поможет. Что? Куда знак хочет, чтобы я ударил? Никуда не хочет. Ладно, пошлите, посмотрим. Тут, может быть, где-то. Переход, но это мне не нужно. Где-нибудь за домом, нет? Вот она. Ага, я так и думал. Ты посмотри, кровь. Ну-ка. Кровь едва высохла, и его сюда притащили. Интересно, откуда? Так, мне нужен арт. Я сказал арт. Сейчас будем выбивать дверь нахер. Ну-ка! Ведьмак заходит. Когда ведьмак заходит, дверь должна быть открыта, сукины дети. Темная пещера пошла. Так. Включаем чутье. Чутье мне говорит, что мы ничего не пропустили, зато я слышу очень много звуков. Опа, дикое сердце. Собаки? И один огромный собакин. Так, хорошо. Блять, волколак. Я понял. Так, давайте сначала с шавками разберемся, да? У меня 100 урона так резко? А что так много? Так. Блять, волколак! Я сначала с твоими шавками разберусь. Потому что, видишь, я ничего не делаю. Блять, как опасно, когда он так делает. Так, готово, шавки есть. Теперь ты, мистер волколак. Ну давай. Оп! Бестиарий мне так про тебя, кстати, ничего не сказал. Я, по-моему, не того нашел. Я нашел какую-то гулю. Но гуля мне неинтересна. Слушай, да ты и так распиливаешься. На тебе, Ардам. Не то, чтобы тебе очень сильно... Ни хрена ты ударил. Тихо. Уу! Назад. Опа. Нормальный прыжок. Но я лучше тебя прыгаю. Назад, блядь. Опа. Давай драться. Я тебя затанцую. Чёртов уродец. Мне кажется, на тебя хорошо сработает. Знаешь, какой знак? Игни. Ты же весь такой у нас огнен. Да, смотри, Игни хорошо тебе заходит. Так, что он делает? Не знаю, что это было. Блять, он хилится? Он хилится, блять. Ты серьезно? Ардам ему. Никакой хилки. Так, хилимся сами и назад. Он внезапно стал хилиться, блять. Да, блять. Так резко причем.
Да сдохни ты, хватит уже хилиться, блядь. Он все равно хилится! Что за жесть? Так, это очень плохо, блядь. А я тем временем отъезжаю. Он умудряется выхиливаться, а я утверждаю. Квен, охранный щит, магическая ловушка, арбалет. Подожди, Акси, разум противника. Попробуем, может сработает. Ну давай, выхились, давай я тоже выхилюсь. Пока ты хилишься, я тоже вместе с тобой. Так, у меня есть гром вообще. А гром бы мне сейчас пригодился. Ага, нет, не так сразу. Блять, как же ты больно делаешь. Тихо. Я пытаюсь понять, как с тобой лучше справиться. Отлично, ошеломление на нем работает. Ну все. Блять, какой же ты дикарь просто. Нельзя его танцевать до конца, видите? Он умудряется тебя превзойти. Это плохо. Так, назад, блять. Я под громом, и я под громом даже не могу сделать. Я второй меч почти сломал. Это не смешно, я тебе так скажу. У меня есть что-нибудь получше? У меня просто меч очень плохо себя чувствует. Сколько сейчас он урона дает? 22-26, ну это же смешно. Так, я скорее всего серебряным дерусь, ведь это зверь. Это какой меч? Великолепный длинный меч, стальной, жаль. Вспомогательное оружие. Блин, ну я не знаю, если честно. Так, я решил зайти посмотреть. У меня тут есть обувь, которая дает мне чуть больше брони. Вот, допустим, штанцы вот эти, они дают больше брони. Вот этот плюс 5 дает. Типа, тоже неплохо. Вот такие вот классные штанишки, которые я снял с каких-то вообще бандитов. Они, оказывается, лучше, чем мои. Это смешно, но это правда. Так, назад. Так, назад. Хилимся. Давай-ка мы назад отступим. Просто я совсем не понимаю, как с тобой, парень, взаимодействовать. Я пока подожду, пожалуй, хп свое. Не так быстро. Опа! Я думаю, как с тобой сейчас разобраться. Я не совсем понимаю. Держись. Вот тебе ошеломление. Сейчас со спины пройдем к тебе. Почему я не могу бить? Что за дичь? Что за бред? Что? Я меч совсем сломал, что ли, или что? Блять, он не бьет его, честное слово. Надо отступать. Это плохо. Нельзя. Я не могу сломанными мечами драться. К черту его. Просто к черту. Чуть позже с ним разберемся. Этот вулкалак от меня никуда не денется. А вот я могу деться на тот свет таким образом, если буду драться с ним до конца. Так, мне сказали, есть велени, по-моему, что ли. Давайте искать, где есть наковальня. Вот, кузнец, здесь можно создать оружие, чинить поврежденное снаряжение. Мне очень нужно сейчас либо починиться, а еще лучше закупиться. Потому что я пошел на волка, во-первых, не прочитав инфу. Во-вторых, без оружия, без нормальной брони. Я вообще пришел как не знаю кто. Какой-то, знаете, дурачок. Иван. Ваня, дурачок. Так, можно мне карту, пожалуйста? Чуть вперед, получается, где наш... А, я пробежал, назад вообще надо, назад, полный назад. Ничего, этот волк, он еще получит свое, вы же знаете, типа. Ну, просто у меня пока нету вообще вещей никаких нормальных, поэтому я отдыхаю, так скажем, солдат-барона. Все стамина улетела у меня. Вот наш горе-кузнец. Привет. Ну? Оружие на заказ ты тоже делаешь? Да. А шлюхи за деньги в рот берут? Ну, ясное дело. О, господи, ну идеология, конечно. Покажи. Дай посмотрю, что есть. Может, что выберу. Да. Поехали. У меня 200 крон, и это очень мало. И у меня есть меч, который лучше моего. А почему минус 2? К чему он дает? 35-43. Но это лучше, чем мои мечи, это точно. Давай мы с тобой посмотрим, что у тебя есть. У меня, во-первых, я вижу, везде зачеркнуто. Плюс 33, нужно 4 уровня не хватает, представляете, всего лишь навсего. Был бы уровень, был бы классный пушка. О, пушка равно уровень. Он не все берет, кстати. Ну и ладно, я не хотел тебя особо продавать. Я хотел купить, но купить, судя по всему, нечего. Сколько стоит примерно нормальный меч? Палец. Вот, допустим, она лучше, чем моя. Она стоит сколько? 75 крон? Серьезно? Так мало? Слушай, тогда у меня еще нормальные деньги. 50, 59, ну тут типа вот 60, ну не больше. Великолепный, авилийский, простите, длинный меч. 33 тоже плюс урона, предмет мастера. Дополнительный урон от крита дает, представляете? Это серебряный меч, а это стальной. То есть вот это можно купить, два меча, и уже будет лучше, чем у меня. Но, к сожалению, мне не хватает чуть-чуть уровня, совсем чуть-чуть.
Так, и тогда хорошо, ладно, если я это не могу, ремесло, что я могу другого? Я могу сделать болты, или ты скорее можешь, да, это же я к тебе пришел. Ага, мне рассказывают, как крафтить и все такое. Можно, пожалуйста, поиграть? Господи Иисусе, а? Я что не открою, меня всему учат. Стальное оружие. Кинжал могу сделать. Не хватает 2 слитка. И он будет, кстати, уже лучше, чем мой меч. По-моему, все лучше, чем мой меч. Починить. Так. Я бы поменял кое-что на самом деле. Я могу менять? Да, я могу здесь менять. Это очень классно. Так, это стальной меч, это серебряный. Это какой? Это стальной. Значит, мы берем... И меняем вот этот меч с вот этим. Ладно. Тебя починим. 58. Блядь, почти как новый стоит. Прочность. Это я чиню ведь, верно? Прочность 47. Цена 54. Что я сделал-то, блядь? Я починил его или что? Хочу вот этот починить. Починить предмет? Да, чинить. Все, видимо. Он показывает то, что можно чинить. Я понял. Так, ну, дублет мой... Это дублет? Это, что это такое? Доспех из Square Morhena. Средний доспех. 15, 6 броня. Ну, вообще, броня, конечно, такая себе. Я это понимаю. Так, разобрать можно. Ну, ладно, я пошел, короче. Удачи. Пока что я только починил свои пушки. Это все, что я могу. Я немножко еще разбираюсь во всем этом говне. А, давайте почитаем насчет бестиария. Глоссария, то есть, простите. Бестиарий, глоссарий, давай. Волк. Мне нужен волколак. Ну, бести же это, сука. Ну, что там нужно? Масло какое-нибудь? Против зверей. Мне кажется, него тоже масло нужно. Мне не написано, вот просто... Серьезно, я не знаю, как драться с этим... Нечто просто. Это просто нечто. В рюкзаке у меня есть масло какое-нибудь? У меня есть какие-то руны непонятные. Рунный камень Велес. Улучшение 3. Мощь знаков. Куда мне его себе нацепить? На лицо себе? Вместо глаз? Ну ладно. Вот еды бы закупить, на самом деле. Тут есть дарковец с едой. И, наверное, отправимся туда. В общем, такое дело. Я посмотрел. И я очень, на самом деле, много всего не знаю. Есть какие-то знаки вопроса в игре. Я думаю, может пробежаться по этим знакам вопроса и посмотреть. Потому что что-то прям совсем все очень плохо. Ни одну территорию я не открыл. Даже путешествовать особо некуда. И я думаю, типа, надо немножечко сейчас вольно побегать, а потом уже заняться чем-то другим. Ноги с жопы повыдергивать? О чем ты говоришь? Ладно, неважно. Но. Давай, но, плотва. Жалься? У тебя знак... Восклицательный знак появился. Что ты хочешь? У кого там ноги с жопы? Давай. Помогу, крестьянка. Что тебе нужно? Это Таш, помоги старой слабой женщине. Что случилось? Да. Ночью безбожники часовенку верны милосердные разорили. О, господи. Действительно. Починить надо на часовенку, иначе верно обидится. Поставить, что ли, ее? Вороны падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Давай. Парша и бородавки? Звучит серьезно, да. Я тебе помогу. Конечно, тут это ж такие-то серьезные вообще дело такое поднять надо. Да, большая проблема, конечно. Все. Странная у вас часовенька, очень, очень страшная. Готово. И странная. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? Ты поднимать просто? У меня уже есть ремесло. Да. Я ведь маг. Ты бы денег дала мне. Реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Я восстановлю, если будет по дороге. Если увижу. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. Вот уж точно. А тут везде близко. Боги тебя направят. Спасибо большое, бабуля, конечно, за твое напутствие. Но я пошел. Там неизвестное место, которое я хотел бы обыскать. Давай, пошли, плотва. У нас с тобой очень много дел сегодня. Надо левелап поднять свой, потому что у меня очень плохо все с уровнем моим. Четвертый хотя бы. Так, вот это неизвестное место, то самое. Тут кто это такие? Это же гули! Гули. Так, возьму-ка я, пожалуй, игний попробую. Ну, поехали, твари. Что? 9 уровня, блять, над ней плохая метка. Это значит, что она может меня побить. Да, они очень сильные. Забили на них. Это пока не наш уровень. Не бойся, плотва, пожалуйста. Давай, поехали, я тебя прошу. Если мы быстро от них уедем, ничего не будет. Все хорошо. Плохой знак, сюда мы больше не приедем. Но здесь, если что, мы знаем, гнездо чудовищ. Вот здесь вот есть город, но я его не хочу, на самом деле. Я хочу пойти куда-нибудь
куда-нибудь на неизвестное место. Допустим, вот этот вот знак вопроса меня интересует. Тоже. Его тоже надо проверить. Тягуля мне вообще не по плечу. Это даже хуже волколака, если честно, так посмотреть на него. Типа, это даже хлеще и сильнее, и типа нет. Нет. Сегодня у нас вольное прохождение, похождение чисто по миру. Хотя можно даже, наверное, вот так вот. Но если что, теперь я могу сюда стелепортироваться. Что ты? А ты что? Не тыкай мне. Так, искательный знак. Сразиться с тобой? Ты кто такой? Слушай, я полметра проеду, уже какая-то миссия. Сойдемся в поединке. Ты уверен? Сначала с собственными сапогами сойдись. Выходи, говорю. Я Ронмит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Ну давай. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Ну давай. Обнажи свой меч как можно скорее. Ибо я спешу, у меня еще 99 боев останется. Ох, ну давай. Почему ты хочешь? Давай сначала попрошу. А почему ты хочешь драться именно со мной? Да. Я к твоей деве Ягодке никакого неуважения не проявил. К деве Ягодке. Так признай же, что дева Ягодка всех дев на свете краше. Ох ты, боже мой, нет. Я же ее в глаза не видел. Да. Ага, не хочешь. Такое оскорбление можно смыть только кровью. Господи, я боюсь тебе голову отрезать. 9-й уровень? Да ты серьезно, что ты издеваешься, блядь? Ну давай, да, похоже, твоя ягодка, блядь, сегодня будет рада, потому что я тебя, скорее всего, проиграю. Ты вообще фехтовать не умеешь. Да господи Иисусе, это же... Ты драться-то будешь сегодня? Боже мой. Я б тебе меч сломаю, но я тебя убью, походу. Или побью очень сильно. Геральт наносит удар. Зачем мне пишут это, кстати? Очень мало отнимаю, но отнимаю. Но чувствуешь, блядь, что ты все-таки не прав. И несмотря на то, что ты 9-й уровень, ты все равно как-то по-страшному отсасываешь. О, боже мой. Просто Довольно. Все? Хватит тебе. О, боже. Ну что, хватит с тебя? Да. Да. В этот раз тебе повезло. Ну да. Когда мы сойдемся снова... В следующий раз я тебя убью. Ладно, уйди с моих глаз, дурачок. Возвращайся к деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мечом. Мы еще встретимся. Хорошо. Я не против, на самом деле. Ты забавный парень. Еще, наверное, мне дали тут очки. Блин, мало дали. Лучше бы, наверное, кончил его нахер полностью. Мне бы дали за это, бы, наверное, больше. Ну, убивать дурачка зачем? Это неправильно. Я бы не убил его, что? Зачем убивать такого парня? Ну, думаю, подумаешь, он много о себе думает, там, деву Ягодку зато защищает. Забавный парень, забавный. Осталось одно печеное яблоко, и вот это меня действительно печалит, потому что... И торговцы, блядь, нормальных не найти, и вообще все очень плохо, как-то совсем туго все сейчас у меня. Очень туго. Да. Вот где мне сейчас по своему уровню найти задание? Другие, что ли, выполнять сайд-квесты? О, гуль, 9-го левела. Ну вот как мне с тобой драться, блядь? Еще одну звезду гули. Вы, блядь, тут развелись, что ли? Нахер мне нужны гули вонючие? Я лучше задание, что ли, другой выполню. Дикое сердце. Найдите, сжечь тела льжи. Вот это, блядь, задание по мне. Вот это я, блядь, сделаю. Все, поехали. Пошли они к черту. Ну, ей-богу, эти гули. Нахер они мне нужны? У них тут целое гнездо. Как я гули перебью 9-м уровнем? Пошли они в задницу. 300 метров, наверное. Не знаю, в чем измеряется тут расстояние, но, в общем, мне не... На ту сторону вообще надо. Ну что, поплыли, Геральт? Покажешь, как плавать умеешь. Ну-ка. Опа! Хорошо. Поплыли. Что ж, дорогие подписчики, я думаю, что именно пока что эту серию мы на этом закончим, а продолжим с вами уже в следующей, потому что время-то подошло к концу, серия заканчивается. Давайте увидимся с вами. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.